чуть больше груди. Не уроми. Да, черепа. Павел Шлепнев, огромное спасибо за такое яркое многоуровневое выступление. Очень интересно. И завершает нашу официальную часть выступление незаявленного, но тем не менее очень яркого, талантливого, необычного поэта, которого мы все очень любим, Петр Кифа! У-ху! Здравствуйте, друзья! Друзья, мы все смертны, и рано или поздно каждому из нас придется уйти. Но можно остаться, остаться в памяти других людей. Поэтому я за то, чтобы остаться. Я сразу сделаю... А я так и не понял, а где это? Красный, который... Ну это понятно, а чтобы остаться, это куда? Вот это. Прозрачный. Вот в этом? Да. Не красноглазый. Любой, да? Не красноглазый. Бисер любой. Бисер любой. Вот это можно, да? Да. Череп белый. Прозрачный. Я сам по себе человек странствующий в силу обстоятельств. И много откуда приходилось уходить и возвращаться. Приходилось ехать на поезде в течение 6 дней через всю страну, с Хабаровского края в Москву, потому что у меня родители бамовцы. И поэтому вот начну, скажем так, я начну читать стихи по смысловой нагрузке в такой хронологической последовательности, откуда я все время уезжал и уходил. Стихотворение первое называется... Оно называется «Гудок». «Гудок». На вокзале воет поезд, курит горький фимиам. Город уезжает, то есть уезжаю сам. Я оставлю здесь беспечность, неумелые дела, глупости, проболь и вечность, женские тела. Там, где сладкое молоко, там, где велики звенят, ждет несчастное далеко, только не меня. Ну и следующее стихотворение посвящается моему родному поселку, Лиственный называется. Это временный поселок для бамовцев, в котором я жил со своей семьей. Он находится в Верхнебуринском районе. Сам район входит в состав Хабаровского края. По своей площади очень большой, наверное, сопоставим с Францией, но там всего 4 поселка городского типа, там городов даже нет. И эти поселки городского типа вымирают, а моего поселка в принципе уже нет. Там остались только следы, как от разрушенной цивилизации. Если кто играл в стратегии на компьютере, вот эти вот следы от разрушенной цивилизации, которые остаются. Вот сейчас через Google Maps они так и выглядят. Лиственный. В нашем поселке живет деловой малыш. Он охраняет двор и гоняет кур. Чтобы увидеть мир, он полез на крышу, думая, что за лесом река Амур. Выхлебал щи зеленые вездеход. Нету в округе рек, синевы морей. Спит в рубероидных будках честной народ. Время течет стремительнее бурей. Дымка над Марью стелется, рвется, тает, а в гараже соседа ожил Урал. Лес распустил хоругви и наступает. Медленным пароходом идет Ургал. Недалеко от дома воняет септик. Над головой лохматой кружит конюк. По теплотрассам бегают чьи-то дети. Вместо луны на небе планета Плюк. Природоведение уйдет за парту, а о высотах будет судить физрук. Все, что узнал, малыш нанесет на карту и отнесет секрет в потайной сундук.
Следующее стихотворение называется «Санта Гальянова». Я его зачитаю, потому что оно свежее. А свежее я в последнее время что-то плохо запоминаю, то, что прямо только что написал. Не знаю почему. От старого пруда пахнуло илом. Вода стоит, как плавленый гудрон. Потухший дом торчит большим зубилом. Свет фонарей спускается на дно. Гальянова остыла и уснула, сложив своих прохожих под матрац. Сны разбежались торопливым гулом, за ними гнался одинокий крас. Он зарычал, как старый пауэрлифтер, и раздавил осеннего жука, который так хотел увидеть Питер, и брызнул на ботинки мужика. И последнее стихотворение называется «Виниловые нимбы». Его тянуло к темным образам, огням притвора дымного, и все же он шел туда, где егерский бальзам мешают с пивом выпуклые рожи, туда, где кружит мутную толпу, где можно спорить с дураком прохожим и потемнеть лицом, когда во лбу под утро бродят выпитые дрожжи, кутят герои городского мифа. Извечно куролесит мир теней. Знай свое дело, старая олифа, пусть образа становятся темней. Дрожат огни, и мироточат гвозди. Косая тень ступает за порог. Она стоит и ни о чем не просит, и ничего не говорит ей Бог. Все заново напишет старый инок, а баба в муках заново родит, и нимбы из виниловых пластинок споют божественно московский бит. Спасибо.